Итак, за картошками диджей Духневич. Раздай красиво.
Подписывайся на наш канал на YouTube Melon Radio, наша группа во ВКонтакте Melon Radio, ну и, конечно же, наш сайт melonradio.com. Очень много красивой музыки там. Like your memories of me, they'll be bittersweet.
que je ferai sans toi. Aime-moi. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Aime-moi. Что ж, мой друг, это Милан Марафон 2020. Диджеи собрались, чтобы отыграть красивые музыки. Каждый пришел со своей копилкой. И Александр Духневич тоже сделал красиво. Сейчас мы с ним буквально пару слов перекинемся. Ну а я тебе напомню, что ты смотришь видеотрансляцию на нашем канале YouTube Милан Радио и в группе ВКонтакте Милан Радио. Итак, Саш, как тебе... Впервые, наверное, на наше, по крайней мере, мероприятие приехать. И какие ощущения, какие? Ощущения потрясающие. Здорово, что здесь отличный звук, что здесь все классно организовано. Звук и видео, всегда приятно выступать. И всегда приятно играть свою самую любимую музыку, которую оценят, которую ждут. Очень здорово, что такое организовывается. Надеюсь, будет организовываться и в дальнейшем. Слушай, это уже третий марафон. Может быть, мы еще и сделаем, конечно же, но в ближайшее время я хочу сделать... Ну, чисто заочное выступление, когда ты подготовил сет, видео и отправил. Готов так поучаствовать? Конечно, да. Ну и отлично. Спасибо тебе большое за то, что приехал. Александр Духневич, город Чебоксары, здесь выступил.